Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова серия на проекте Imagine Holy Play. Сегодня будет довольно-таки интересная серия, мы сегодня поставим аудиосистему за 25 миллионов. Я считаю, это будет очень круто, посмотрим, как она вообще работает, послушаем. Я думаю, это будет очень круто, поэтому, пацаны, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также не забывайте вводить мой топовый промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Imagine Holy Play. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, я, короче, зашел в свой гараж, теперь можно чинить целостность машины и спаунить машину теперь можно только в гараже. Даже возле особняка я пробовал спавнить машину, у меня почему-то это не получалось. Возможно, из-за того, что у меня есть собственный дом. Ну, короче, немножко все изменили. Итак, я решил все-таки ставить, пацаны, аудиосистему на вот эту машину, свою любимицу, это Мурка. Мурка, потому что номера Мур 3-7, я думаю, это понятно. Эта тачка у меня уже около 2 лет, даже уже больше. И я очень ее ценю и не хочу продавать. Поэтому я решил аудиосистему в первую очередь поставить именно нее, потому что... аудиосистема дорогая, она стоит 25 миллионов. Давайте уже сядем в машину, поедем, и я вам по дороге, в принципе, все объясню, расскажу. Итак, пацаны, вчера как бы добавили аудиосистему, и на нем можно было в ИСТО делать скидку. То есть вчера можно было аудиосистему купить у кого-то в ИСТО за 5 миллионов. То есть это самая низкая цена была. Но сейчас как бы эту функцию убрали. Точнее, эта функция есть, но убрали возможность менять цену на аудиосистему. Это сделали, я думаю, для того, чтобы не у каждого она была, эта аудиосистема, потому что уже у многих она есть. И все уже катаются, слушают музыку там и так далее. И разработчики решили сделать так, что цену именно на аудиосистему нельзя будет менять. Она будет стоить минимум 25 миллионов. Я и то эти деньги, пацаны, в долг взял, потому что у меня денег нету. Я все потратил на номера на Теслу. Вот я купил номера, АМР-6, как бы, и все бабки я потратил на номера. И мне пришлось брать деньги в долг, чтобы поставить аудиосистему. Все, пацаны, едем в самое охуенное ИСТО на серваке. Это получается за ППС в Южном. Именно вот в этом месте находится самое пиздатое ИСТО, пацаны. Это как бы владелец мой друг, поэтому всем советую приезжать именно сюда. По GPS давайте покажу. Пишите GPS, потом выбираете бизнесы, ИСТО. И вот получается самый последний, это бизнес Влада. К нему именно приезжайте, я вам всем советую. У него здесь часто скидки происходят, поэтому приезжайте именно в его СТО. К сожалению, скидку он не может сделать на аудиосистему, поэтому будем ее ставить за 25 миллионов, пацаны. Бля, 25 миллионов, пацаны, за аудиосистему. Я думаю, за это точно нужно как бы поставить лайк. Прям 100% нужно поставить лайк. Так, аудиосистема на ваш транспорт будет стоить 25 миллионов. Вы хотите поставить аудиосистему? Да, хочу. Все, пацаны, минус 25 миллионов просто улетели в космос. Минус 25 миллионов. Так, нажимаем C, потом аудиосистема. Видите, у нас здесь есть... Так, у нас здесь есть музыка, которая загружена мне на сайте. Но это музыка с авторскими правами. Сейчас я загружу музыку без авторских прав и вам включу, мы в принципе ее послушаем. Итак, пацаны, я загрузил музончик, это было довольно-таки сложно, потому что у меня много музыки без авторских прав, но нормальной довольно-таки мало, поэтому сейчас пробуем что-то включить. Да, вот, заиграла музыка, пацаны. Но это минус, поэтому не обращайте внимания на рывки. Не, ну, музыку в принципе нормально слышно. Я не знаю, как вам, мне нормально слышно. Так, я еще слышу музыку. Слышу музыку. Слышу все равно музыку. А вот теперь не слышу, ебать, расстояние большое. Вот отсюда музыку слышно, прикиньте. Смотрите, где машина, где я. И музыку отсюда туда слышно. Точнее, оттуда сюда слышно. Это реально жестко. Давайте включим какую-то другую еще песню. На паузу, выбираем другую песню, выбираем вот эту песню. Сначала выключить аудиосистему. Так, выключаем и включаем другую песню. Да, тоже играет, в принципе, все заебись. Тоже песня без авторских прав, пацаны. Если я включу с авторскими, меня просто забанят нахуй и все. Поэтому будем слушать без авторских прав. Но если вы будете на серваке, то вы услышите, как я буду кататься и включать уже нормальную музыку.
Не, ну мне реально нравится, типа, музыку хорошо слышно, лично мне даже. Но когда буду сидеть в машине, будет слышно еще лучше. Но давайте в машину сядем. Вот, так немного лучше слышно, кстати, уже в два уха слышно. Когда вы выходите из машины, какой стороной вы стоите, получается, такой стороной вы слышите. Не, ну согласитесь, это очень круто. Вот реально это очень круто. Я такое уже очень давно хотел, и наконец-то я поставил себе аудиосистему. Вот написано аудиосистема. У нас здесь как бы музыка наша, которую мы можем загрузить через сайт как бы Амазинка. В принципе, там ничего сложного нету. Это уже музыка с авторскими правами идет, поэтому я ее включать не буду. Вот это музыка без авторских прав. Ну, в принципе, все работает понятно. Так, вот мы можем на всю громкость сделать. Можем на 5% сделать, на 15%, на 30%, на 50%. То есть мы можем сделать музыку разную по громкости. Это реально тоже круто. Ну что ж, пацаны, вот такое получилось видео. Надеюсь, вам понравилось. Пишите свое мнение насчет аудиосистемы в комментариях. Я лично доволен то, что я ее себе поставил. Это реально полезная штука, которую, я считаю, не зря купил. Да, конечно, цена кусается, потому что 25 миллионов это довольно-таки приличная сумма. Но, пацаны, кто помнит, я вас предупреждал то, что аудиосистема будет стоить около 30 миллионов. И так как бы оно произошло, аудиосистема стоит 25 миллионов. Я планирую потом поставить аудиосистему, получается, себе на Magnum и на гелик. Кстати, кто не в курсе, я купил себе, получается, номера на Теслу. Теперь номера на Тесле AMR-3/6. То есть у меня есть номера AMR-3/8, они стоят на BMW M5-60. И теперь также есть номера AMR-3/6. Именно поэтому у меня не было денег, пацаны, чтобы самому купить аудиосистему. И поэтому мне пришлось одолжить 22 миллиона, чтобы как бы себе ее поставить. Но долг как бы я быстренько отдам, поэтому в этом ничего такого нету. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.